собрались идти, как вышел странный строитель вот оттуда. Он вышел, прошел вдоль забора до холмика. Из-под него не вышел. Вот, теперь мы тихонько по лесу крадемся к входу в пещеру. Пробираемся все дальше и дальше. Пока все спокойно, кроме бурелома. Свет не включаем, запалят. Вот там вот где-то шухер наших замечательных строителей. Вот это вот лесная. Вообще непонятно, куда он там делся. Ух ты, вон он ходит. Я его вижу. По-моему, он там ходил где-то. Так, давай, ты залезай, я подам тебе эти самые рюкзаки, хорошо? Ну вот мы и в пещере. Юра залезает. Важно сюда. Давай-ка сюда вещи. Будем перемещать дальше. Так еще не все здесь? Нет, еще не все. Мама у нас обычно долго вылезает в такие места. Юра, забери просто фотоаппарат и это самое. Просто если мама вдруг покатится скоростным спуском. Опять узор. Выход. А почему там выход? Когда-то был другой вход. Давным-давным-давно. Ага. Местные помойки завалили, потом закопали его. Вот этот вход уже новый, его откопан Архимедом. Пап, тебе надо поддержать маму. Поддержу, просто лезай ногами вниз. Ну, тут так удобнее сильно. Ты однозначно пролезешь, если я пролез, без проблем. Просто ногами вниз. Да. Ты где ты, блин? Здесь, здесь. Господи боже, что ли? Ова! Это грязь такая, твою мишь, я ничего обещал. Ну здесь еще относительно не грязно. Ни хрена себе! Это просто. Все, ну ты залезла. Что вообще такое? Это чуть-чуть грязи. А как залезать-то обратно? Это только вход в один конец. Ни хрена, я здесь не буду. Да, теперь мы будем здесь жить. Надо идти на сцену, там мероприятие. Ага, давай. Ну, хоть и потому, как мы сюда пролезали, да. Ты продолби такое. Тяжело. Своего рода действительно все-таки для... Это вообще, в принципе, уникальная пещера. Таких нигде нет больше. Да. Среди Петеровского известняка. Где карта? О, нет. Где? Ух ты, да. Это они ее заживо замуровали? Похоже на то. Да, летучая мышка. Замурованная на зиму летучая мышка. Блин. Красота. Это мы находимся на сцене, да? Если вы немножко... ее будете вытащить, мы ее не спасем, она умрет. От холода, да, однозначно. Чего мы с ней не сделаем, к сожалению. Так, тут у нас вход, а тут у нас сцена. Сцена. Ага. То есть мы у нас находимся здесь. Ага. Тут устроили базовый лагерь. Что, это дальше? А дальше вот... Сюда. Ну вот вся вот эта основная часть, вот такая длинная кишка. Ага. Вторые этажи, ну там они нижние как бы вторые этажи. Вот яйцо динозавра тут висит. О, это самое интересное. Если еще висит, конечно. Да. Ну вот сейчас узнаем. Что-то у нас висит. Че нет, да. Это лезет круто. Мы все-таки сюда попали. Вот, кстати, второй этаж. То есть ярусом ниже вырабатывали. О-о-о. Что-то по карте тут такого нет? Или есть? Должно быть как-нибудь. Тут в каждую щель залезали, даже самую страшную. Угу. Так, где сцена? Попробую поярче сделать. Второй этаж указан, там, видимо,
шкуры из него туда и туда. Вот второй этаж. Угу. О, вот он, да? Угу. Понял. Ну тут совсем не пролазные штуки, но. Угу. Думаю, туда, наверное, смысла нет лезть, да? Нет, не надо. Просто камни. Там есть одно место, один второй этаж, который стоит, да? Ну, стрёмный, потому что кто-то на стрёме стоял. Ух ты, ничего себе. Опять зачем? А, помойку забытовали. А смысл? Здесь сделали свалку. Ну, она тут 100-летней давности. Это как раз бывший вход, который помойку сначала завалили. Ничего себе. Вот такая штука. Сюда выкидывали мусор, это было входом. Вот так вот его отгородили. Ой, какая красота. Ух ты. Какие-то, да, забутовки. Есть подозрение на второй этаж. Тут непонятно, как в глубину его раскопали. Да. Чего говоришь? Видимо, уже поехал, или по всему. Ну, глина достаточно свежая. Да. И все еще висит, как ни странно. Ух ты. Вот оно. Обалдеть. Вот оно, да, яйцо динозавра. Обалдеть. Вот оно, прямо в потолке. Вот как? Просто в раскринку. Да, смотри. Вес у него. Ого-го. Очень много тонн. Это слово сколько. Колоссально. Блин, все-таки пытался кто-то спасти. Подбытовали, тут народ хорошо трудился. Да, но тут еще только новые входы. Кончился, это же Марьяна пошла, ледниковая. Вот то, что мы разламывали. Он в этом висит уже много-много лет. Да, удивительно. Как не падает. Вот-вот упадет, кажется. Интересно, вот второй этаж, который интересно, он перестал быть таким опасным. А, ну потолок сломали, видимо. Мне нужен был материал на отбытовку. Раньше был просто шкурник туда, а сейчас вон как можно пройти. Сюда, да? Ага. То есть я вот сюда. Ну, он какой-то уютный такой, там прикольный почему-то. То есть думаешь сходить? Ну да. А вот если рухнет яйцо? Ну да. Мало не покажется. Я ставил на сцену. Обалдеть. Мы спустились куда-то вниз. Что-то здесь там? Колонна вокруг нее может обломиться. Ага. Ну что так? Симпатично. Глубоко. На втором уровне глубины. Сколько камней наломано и не вынесено. А ведь строительный материал. Ага. Обалдеть. И реально камень именно ломали. Непонятно чем, блин. Такой известняк попробуй сломай. Ломами. Больше нечем. Ну, такой толстый, ломами. Видимо, как-нибудь хитро раскинули. Что так растрескалось? Потолок трещин хоть. Ну, близко уже к поверхности. Он тут послабже. Самый дикарь, вот он слой идет, как гранит, от него, блин, сталь отскакивает. Да, красота, да и только. Подозрение, что это немножко двухъярусная система. Там подозрение, что очень много было выработок. Многое просто завалено, забутовано. Может быть, чуть ли у нас под ногами есть проходы. Еще одни этажи глубже.
Но глубже там вряд ли, потому что толщина известняка уже не позволит. Там пойдут глаукониты и уже саблями будет начинаться. Ну, в песчанике можно классно попасть. Ну, еще один пару этапов. Мне туда меню не особо там интересные, кроме как две адреналина. Понятно. Там был страшно ломанный потолок, понятно, почему держащийся. Третье, это из всех времен, это современные. Это Архимед на Тоскалу Велеса. Вот, например, это все лежит. Это материал для укрепления. Ну, например, здесь завал ехал, площадочку построил. Вот там вот он пытался прокопаться. Настроил там немерено, но там все равно в итоге съехал, он плюнул, не стал туда копать дальше. Это за дорогу туда попытка пройти. То есть мы уже за дорогу находимся практически? Почти под дорогой. Круто. Вот тот самый школьник, вот здесь вот он совершил открытие. Там целый кусок системы еще. Круто. Еще, наверное, попробовать надо пробраться, да? Ну, давайте. Легонько. Вот. Вода. Не всем это понравится. Да, я понимаю. Ух ты. Закреплено, это все аркуметки закреплено. Пролезем? Не раз съехавший. А пролезем. Провал. Ну, вроде крепкий, даже не очень грязно. Сейчас полезем дальше. Ага. Вот они, узкие лазы. Да-да. Миша, больше никаких пещер. Ты каждый раз так говоришь. Нет, Миша, на этот раз. Поехали в пещеру. Нет, давай. Миш, нет. Точно. Это самый-самый последний. С меня вот этой свинячьей грязи накануне свадьбы достаточно. Как мне здесь развернуться, Миша? Я не понимаю. Я сейчас лицом вот так вот полезу. Так, все, я так и лез. Потом уже перевернулся. Вот смотри, какая грязь. Ты маленький, тебе везет. Ты маленький, и тебе везет. О. Вау, вау. Вау, ты молодец. Да я вообще уже. Ты герой. Блин, куда идти-то? Ты светишь, Юра, блин, светит. Все просто осветляют. Точно. Красота. Вот здесь немножко можно посидеть, подождать. Можно лучше, чем саблями, услышать, как машины едут. Тут легковые слышно. Ничего себе. Вот эта штука ровно под дорогой, прямо под асфальтом. Круто. И мало кто об этом знает из дорожников, там, администрации и так далее. Вернее, никто из них не знает. И почему это держится столько лет, и ничего тут не происходит, не падает. Ну, обвал-то есть. Ну, вот когда-то явно он случился, обвал, да. Как бы, но вот он так уже много лет, с 2000 какого-то там, 4-го года. Угу. Как я его тогда видел таким, так ничего и не изменилось. Аж все такое как бы заглаженное. Вот, в принципе, в остальные места... Так, что там по карте вспомнить? Так, шкурник мы пролезли, мы здесь. Это... Туда вот, если только пройти. Ага. Ну, чутка погулять. Плюс один. Так. Ну, один уже не так и мало. Один это не шкурник, это уже радует. Здесь так, какую-то сторону вообще сейчас сообразить. Туда прямо. Это налево и направо, очевидно. Вот в этом месте. Тут совсем налево, налево. Вот совсем прямо. Сюда. Вот тут. А,
Раз, два, три, четыре, да, правильно, пять углов. Сюда. Почему сюда? Так, шкурник левый, первый, второй левый. Вот сюда. Сюда, да, я ей говорю сюда. А, мне кажется, сюда. Ну, сюда, сюда прямо. Эть. Ой, блин. А что, грязно? Неохота. Там и грязно, и, в принципе, не сильно, чтобы интересно. Тут где-то еще одна должна быть такая. Ну, еще один вывал такой же. Не помню где. Такие места самые близкие к поверхности, стрёмные и ровно под дорогой оба. Хорошо слышно даже легковую машину. А здесь кто-то пытался копать, пытался найти, видимо, еще один второй этаж. Что интересно, в этой пещере никто ни разу никогда не докопался до пола. Вот твердого пола, который не ломает. Весь пол — это все сплошная ломаная плита. Да, есть шанс, что это очень многоярусная была система. Ну как, не больше, чем двухъярусная, потому что толще известняка не позволит больше. У нас его, ну здесь, наверное, самое толстое место — это 10 метров. А дальше идут, как саблина, глауконитовая, радоновый сланец, красный песчаник. Все то же самое. Та же самая геология. То есть это, ну, по сути, взять саблина, сделать пещеры на несколько метров выше, попадешь вот в такой известняк. Только там саблин гораздо тоньше, здесь толще. Поэтому тут вырабатывали, а саблина нет. Ну, саблин только с поверхности добывали. Хотя в помойке есть одно место, где известняк довольно толстый. И там почти так же, как здесь. Всего лишь одно место. Круто. Это что, белое такое? Лед? Это, нет, это кальцит, скорее всего. Да, это кальцитовый натек. Это вот так растут сталактиты и сталагмиты. Ну да. А когда как бы тут шли выработки? Ну, тоже где-то лет 100 вроде назад. Ну, информация не очень проверенная, но считается, что так. Кстати, вот это достаточно удивительно. Смотри, кальцит есть, а где сталактиты? Неужели все обломали? Они ведь точно должны быть. Да. За 100 лет уже должны образоваться, ну, хотя бы вот такие. Маленькие там типа сосудочки. Ну, раньше сюда достаточно много народу ходило. Естественно, обламывали. Ну, легко доступная пещера была всегда. Ну, как бы. Кальцита здесь не так много, поэтому. Угу. Вода кальцием-то насыщается сквозь известняк. То есть она проходит сквозь него где там. И уже ниже. Гораздо более вероятно, что что-то не течет. А вот как тут образовалось, это же как-то странно. Всего-то ничего. Угу. Ледниковая морена — это глина с гранитом. И откуда взяться кальцит? Вот. Ну, хотя на фортах есть сталактиты непонятно из чего. Из какого-то такого очень хрупкого, рассыпчатого кальцита. На фортах, да. Угу. Вот я там и видел тоже. Где они насыщаются, тоже непонятно. Угу. Вот на фортах и видел, как это. Не Красная Горка даже, а напротив которой. Только называется Инна. Забыл. Инна, да. Вот Инна как раз и видел я много, да. Реально сталактитики, сталактитики маленькие. Угу. Тут реально жарко. Тут реально жарко. Тут не знаю, сколько градусов, но тут реально очень тепло. Очень жарко. Тут больше 10. В эту, ну вообще да, она почему-то здесь теплая, вот именно эта часть. Потому что шкурник — единственный вход в эту часть. Вот. И здесь никогда с поверхности не вымораживается. Угу. Ну и никогда сквозняков не бывает. Даже пар не идет, нифига себе. Угу. Вот и я удивился. Удивительно тепло. Как-то да. Прямо даже аномально. Угу. Может, именно... они тут отопление проложили? Строитель. Ну, вообще странно. Непонятно. Вот раньше в дальней части штанов так было странно. Как-то теплее, чем везде. Потому что геология, температура как бы здесь везде одинаковая должна быть.
на Ижорском плато. Плюс 6 градусов, это норма для всех грунтов, там, для небольших глубинок. А вот здесь почему-то тепло. О, а вот они, сталактитики. Да, обломанные, но все-таки сталактитики. Я. Красота. Жарко. Жарко. Что, айда дальше? Ну, теперь, наверное, обратно тут, в принципе, дальше шкурникам лазить уже не хочется. Ну, там совсем уже те самые шкурники, да? Ну, там, там ракоходы и глина, которая копелями политая. То есть там так. Я понял, будет болото. Не. Ну да. В болото, да, уже. Ну, уже мне самому туда неохота. Я, наверное, тут самый... Да. Кому грязь по барабану, но мне туда лень. Понятно. Тогда пошли обратно. Значит, совсем грязно. Да. А куда? Ой, машина проехала, слышно было? Тихо. Ничего не слышно. Не слышно. Ух ты, это что такое интересное? Железки какие-то, диски. Какое-то продолжение есть. Вот если бы там можно было прокопаться и попасть в систему, которая за дорогой, Архимед там обещал очень большие объемы. Здесь куда-то это тектонический подпосуд, вообще какой-то сумасшедший. Вот, да, известняк. Не очень-то. Архимеду хватало сил, терпения. Все это в одиночку. Ну, вообще, в принципе, заслуга, что Петровская и есть, такая пещера, это Архимеда. То он ее нашел. Там яркий фонарь. Очень яркий. Угу. Ну, более-менее хватает на съемки. Слепишь. Видеокамеры зато. Ну, сейчас на сцене мокрое, вот я думаю, какое бы сухое место выбрали, где посидеть чуть-чуть. Ну, можно и у сцены, в принципе. Там не на самой сцене, напротив, сцена, как бы, где мы взятия оставили относительно сухо. Я просто вспомнил одну байку отсюда. Надо будет ее там рассказать. Это интересно, конечно. Ну, вообще, это я склонен верить, что это не байка. А правда? Ну, как бы, странные случаи. Со всеми случались, куда он уходит. Слово потолок какой, смотри, видишь? Интересно, растрескавшись. Саблин такого не увидишь все-таки. Да, а байку послушать интересно. Ну ладно, пойдем. Узнаем. Угу. Прошу. Пошутил? Ну да, а полазить пещера. Еще? Хочешь погрязи? Где? Вот там. Да я уже в таком же дерьме, что я уже крысы. Мой по колено. Я тут попавшись. Мне страшно, кажется, этот потолок. Он не обвалится? И не изменился. Ну, когда он обвалится, неизвестно. Просто там потревожили поверхность. Сейчас они ни за что ручаться не будут. Обычно в саблинах к шкурнику подходишь, так, не хочу. О, ползуны. Из вертикальной спелеологии вспоминаю. Самое неприятное – это узкий вертикальный шкурник, внизу которого колодец на несколько десятков метров. Ну, по веревке, если бы. Ну да, по веревке в узком месте, а он весь мокрый, просто все стены мокрые. Гидро? Да нет, вот так, в этой такой же одежи. А что не гидро? Вроде не настолько. Ну там, в принципе, не надо нигде нырять, поэтому. Ну так, ну посырел чуть-чуть, и ладно. Понятно. Окей. Так, ну, наверное, я замыкающий, да? Ну давай, наверное. Ну что ж, ждем нашего замыкающего. Не люблю я в той части один оставаться. Давай. Ну вот и все. Отлично. Шкурник преодолел.
Вот здесь сидел Мориарти. Это давно-давно. Но это я там расскажу. А что он здесь увидел? Это питьевая вода типа? Ну вот не знаю, она не под капелью. Странно. Ну может и под капелью. Это, насколько помню, с водой где-то тут хорошо капало раньше. Мы собирали, когда стояли здесь лагерь. Это вот накапало, но тут жемчуга быть не может. Ну здесь его не было никогда. В принципе, ну вот сталактиты есть маленькие, вот они. Mm-hmm. В принципе, может, но... Mm-hmm. Ну как бы вот камни только. Если бы был песок там такой, какой... Как сабля. Ну, mm-hmm. получалось бы. Ясно. Водичка. Вперед! Практически везде один ход. Тут почти прямо. Да. Заблудиться достаточно сложно. Это еще постараться надо. Ну, заблудиться здесь можно только, если пещера обидится. Да, или ты уж ну очень бухой будешь. Выход? Выход. Куда? Не-не-не, на эти лучше чуть не смотреть. Хотя, как ни странно, здесь она правильная. Угу. Ну, можно и там пройти, можно и там, на самом деле, я понимаю. То есть тут, наверное, легче. Ну, здесь как бы только туда. Параллельно, конечно, можно там. Ну, в принципе, зачем? Угу. Не, мы там ходили, это вот. Да. Второй этаж, типа, нижний. Это же так. Угу. Совсем мог не разобрать. А? Ну, да. Какая-то ходка была. Вот тут. Смотри, вот так держу. Да, я ее видел. Где? Ты знаешь, я ее видел. Вот а только где? Сейчас я это понял. А где? Она же у кого-то ВКонтакте лежит. На ОУ или как оно? ОЛУ. Вот, на, вот на этом сайте, по крайней мере, точно есть. Я там сперли фотку со мной. Да. Да, 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 я точно ее видел. Как я не шкерился, все равно попал. Да. Ты давно светишься в интернете, это точно. Большой брат следит за тобой. Опа. Несколько лет отбрыкивался от этого. Ну да, теперь про тебя вон фильм сниму. Давай в Саблино с храмом боролись. И там немножко я попал. Боря давал интервью. Так, сцена у нас там, надо зашнуть. Так, а это что такое у нас? А? Баночка какая-то, зачем, интересно? Свечки ставить. Туда из помойки, наверное, просто. Для прикола. Красота. Да, слушай. Здорово. Ну не зря копали. Столько копали. Быстро давай. Угу. Ну час здесь, да? Ну не час, но. Не, копали. Я боялся, что это будет 3 часа. Все-таки. Так как мы открывали вход, так обычно не рекомендую сделать. Потому что, во-первых, я мог себе на коленке всю этот весь склон свалить на себя. А во-вторых, это самое. Могли просто завалить его. Ну да. Большую плиту обрушить. Ну, у нас тут было как бы, либо мы попадаем, либо... Либо мы просто обломаемся, да, с заходом. Да. Причем, скорее всего, навсегда. Ну, вообще, да, они тут так активно работают. Смотри, еще мышка. Несколько дней, и все, здесь будет ровно. Ой, не одна, две, и она шевелится. Надо светить. Ну, вообще, будет очень удивительно, если они... Выживут. Очень... Или проснутся, или что? Не, я про то, что... Они до сих пор ничего не сделали для того. У них ни одна скважина сюда не попала. Ни в одном месте в потолке я не увидел дырку. Кстати, да.